Концерта. Сергей Прокофьев. Фрагменты из музыки балета «Ромео и Джульетта», «Монтекки и Капулетти», «Маски», «Ромео и Джульетта перед разлукой», «Гибель Тибальда». Исполняет Национальный филармонический оркестр России. Дирижер Владимир Спиваков. Thank you.
Арам Хачатурян. Сюита из музыки к драме Лермонтова «Маскарад». Романс, ноктюрн, мазурка, вальс, галоп. Соло на скрипке Тимур Первердиев. Thank you.
Адеде. Thank you.
концерта прозвучит произведение Нина Ротта «Шествие клоунов».